Всем привет, мы с вами снова играем Sims 3 Райские острова. И я зашла, точнее, я включила серию и решила подождать, пока мои персонажи поспят хорошенько, чтобы мы начали с вами играть. Но тут, короче, такие дела не очень хорошие происходят, поэтому вот такие дела. Я просто в шоке. Нет, я в принципе видела, что у него полная шкала вот этой возраста. Ну, блин, я не знаю. Просто все. Такие дела. Я не думаю, что это произойдет сегодня, честно. Вообще не могла предположить. Думаю, все-таки еще. У меня была полностью полная шкала уже давным-давно, кстати говоря, поэтому. Не могу сказать, что для меня было неожиданностью, но. Блин. Я просто в шоке, потому что кто смотрит мой канал давно, вы знаете, что это мой первый персонаж, Лина. И я с ней играю. В декабре должно было быть, я не знаю, сколько, 3, что ли, года. То есть мой первый персонаж, с которым, блин, 90 серий мы прошли, просто умер. Не знаю, мне вообще так непривычно видеть вот это вот без нее. Я не знаю. Да. Мы так с Альфонсо тут жили, тут за компьютером сидели, спортом занимались, спали в этой кроватке. И вот все, что осталось от нас, это вот эта урна. Вот такие дела. То есть у нас осталась одна семья, у нас просто умерли все. Да. Вот так. Так, ты что, заболела? Да. 4 часа 4:30 утра, поэтому, в принципе, она умерла одна, потому что все как бы спали, была ночь. Проснулась Кристен. Блин, я не знаю, это так тяжело. Я вообще в шоке. Я не буду ничего, как бы, не буду ее воскрешать, или еще что-то, как бы игра так решила, то пусть так будет. Блин, я не знаю. Пустота в моем сердце. Нечто. Я предлагаю отправиться в этот дом, там поскорбеть, Вы что тут делаете? Дорогие мои. Им пофигу. Давайте вас фоткаю, что ли. Скоро все помрем, так что будем фоткаться, как последний раз. Ой. Так, и я хотела, знаете, что? Ой, ладно, давайте уже. Развлекайтесь. Будем считать, что они поняли, что смерть туда-сюда, не нужно ссориться, не нужно ругаться, потому что все. Сегодня ты есть, завтра тебя нет. Типа того. Я хочу сделать вот так, потому что многие писали. Поэтому почему бы и нет? Кстати, лошадка какая-то прикольная стоит. Очень странная грива у нее. Так, ты пришла? Просто прикол в том, что мы как раз поругались с Линой до этого, с нашей бабушкой. И вот тут такая фигня приключилась.
Да. Вот так давай сделаем. Да. Уже посесть и стелить. Угу. Так, и что тут? Так, ничего пока нельзя. Иди застели постель, мне нужно выбрать. Что, в багаже где-то теперь? Ладно, в общем. Ох, такие делишки. Давайте что-нибудь приготовим, что ли. Нет, для себя что-нибудь, вафли себе сделаем. И пока побудем здесь, в том пустом доме. И просто вообще это такая несчастливая семья. Альфонсо умер, ладно, от старости. Лина тоже от старости. Джек сгорел в огне, потом воскрес, потом опять там с Гваделупы произошла проблема. И умерла наша сестра. Вот как ее звали? Как ее звали? Я не помню. Так, а где мне посмотреть? Дерево. А почему ее здесь нет? А почему ее здесь нет? Вы что, вообще, что ли? Я не помню, как ее зовут. Ребят, то, кто помнит, напишите. Тейлор, может быть, как-то так? Не помню вообще. Окей. Ну, у нее точно то же самое будет, да? Это странно, не может быть такого. Они же были близняшками, по-моему. В общем, поедим сейчас вафли. Не знаю, что будем делать. Если дождь не пойдет, наверное, пойдем на пляж куда-нибудь. Что-то типа того. Посмотрим, в общем. Вафли вот такие здоровские. Вафельки. Волосы у него просто шикарные. И потом кое-что вам скажу. Попозже немножечко. Я думаю, это кого-то огорчит. Вообще, я планировала делать... Ладно, не буду пока болтать. Все знаете. Готовить эту, но она подгорает. Ну да, он со слезами на глазах готовить еду, наверное, не лучшее решение. Но нам нужно что-то поесть. Поэтому не знаю, насколько там все плохо. Ой, очень плохо. Ладно, выкинь, наверное. Мы съедим закуску. Убрать, и съедим мы йогурт. И пойдем, наверное, на пляж куда-нибудь, где нас никто не найдет. Где нас никто не увидит, тут всякие лошади. На каком пляже мы еще с вами не были? На самом деле их не так много, и я, наверное, отправлюсь вот сюда. Но это достаточно-таки... О! Давайте сделаем вот так. Дождь! Нет! Почему? Почему только начинаю играть? Все, дождь. Обязательно, обязательно дождь. Ой, я этот не понимаю. Это йогурт? Очень аппетитно. Никогда не видела этого йогурта. Почему? Был такой замечательный, прекрасный день. Чайки летают, рыбки плавают. Я тут думала... Тем более воскресенье. Нет, на тебе дождь. Дождь и все. Ой, ладно. Что за несправедливость? Куда нам теперь идти, я не знаю. Дома будем сидеть, в компе? Что-то с дождями какая-то проблема. Раньше что-то я не замечала, что это такая фигня. Ну вот сейчас, да. Есть такое дело. Мы, короче, сейчас поплывем. У нас депрессия, мы еще с Линой как раз поругались, и вот так вот произошло. Увы и ах. Зачем плыть на лодке, если можно поплыть в доме? Ой, дай я тебе сфоткаю. Как ты управляешь своим домом, кораблем? Тут сзади фигня мешает. У него глаза как у инопланетянина какого-то. Вам не кажется? Все, короче, поплыли мы. Давайте посмотрим на это. Нечто, кстати, ни раз в жизни этим не занималась. Ну, как-то так это выглядит. Блин, как круто. Все, уплываем мы в невесть куда. Жизнь такая сложная штука. Мы берем свой дом и просто уплываем.
Как у вас дела, дорогие мои? Она решила что-то приготовить. О, она болеет. Ну, вот тоже так себе. Я не знаю просто, чем сейчас заниматься, потому что можно было пойти на пляж, еще куда-то. Просто в ресторане мы с вами были. Остались здесь одни отели. Потому что, типа, курортный городок. Я не знаю, куда можно еще отправиться, если честно. Мне кажется, она будет еще долго плыть, поэтому давайте я сюда вернусь. Посмотрю, как там у них делишки. Моется, моется, плескается. Потом, ну, нам нужно в туалет сходить. И, в принципе, у нас все нормально. Думаю, можно покушать что-нибудь, позавтракать. Что там Стефани приготовит, я не знаю. Не знаю, почему ее сестры не оказалась в этом, в древе. Может, потому что переселялись из-за этого? Грязная раковина. У нас ужасная грязная раковина. Воспользуйся и почисть, пожалуйста. Да. Тяжело всем. Ой, нечто вообще. Тут что-то, по-моему, тоже грязное все. Ой, вообще. Так, все, вафельки готовы. Вафельки вкусные, прекрасные. Кушайте. Ты еще плывешь? Мне кажется, быстрее было бы доплыть на лодке, если честно. А куда плыть-то? Подождите. Ой, еще, знаете, целый день пройдет, пока мы доплывем. Хотя, в принципе, скорость нормальная. Вот наш островок. И будем тут с вами жить. А это что за фигня тут такая? А, здесь погружение. Все понятно. Не, ну солнце и дождь, ну это вообще как? Это вообще законно? Почему столько дождя? Мне это вообще не нравится. Так, ты беременная вроде бы. Вроде как. Не знаю. Как у нас грязно. Так, тебе нужно в туалет. Да, иди в туалет. И иди... Прими ванну, вот, прям под дождем вообще офигенно будет принять ванну. Почты у нас нет никакой. Давайте мы пожертвуем. У нас денег дофигища. Вот так сделаем. Еще можешь что-нибудь? О, супер. Так, и я не знаю, что теперь нам делать. Тут нет много мест, куда можно было пойти. Закрытых мест. Тут все разяпленное, всякие там... Бассейны и прочее, просто я не знаю, это как бы ненормально, да, вот идти вот сюда, чтобы промокнуть. Ой, 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 сюда. Это что, это кто? Это этот, как его, господи, какой, енот, что ли? Да, енотик, посмотрите, какой красавец, скочит. Ладно, возвращаемся снова. А что у тебя все, что ты недовольный какой-то? Не знаю почему. Чем ты недоволен? Ага, все, я поняла, он оплакивает. Не знаю, ребят, занимайтесь чем хотите, я пойду сюда, потому что она приплыла на одинокий остров, она будет отшельником. Спустилась. Вот такой островочек у нас здесь. Замечательно. Здесь можно рыбу ловить, вообще неплохо жить. Что-то она... А что? А, у него морская болезнь. Блин, прикольный мудлет такой. Дай, а ты же хотела сюда пойти. Иди сюда, используй. Офигенные выходные. И Sims 3 вообще издевается надо мной, если честно. Потому что у меня дождь вообще постоянно везде. Короче, дождь мне все портит постоянно. Это ненормально. Донни получает недельный оклад. Продолжайте хорошо работать. Мы вообще работаем, да? Мы вообще работаем? Не знаю, где мы работаем там. Да, мы пожертвовали, что-то сломалось, да? Вызови мастера, пусть он приплывет на наш Мальдивский остров и починит. А мы пойдем в интернет сидеть, потому что в такую погоду без толку вообще куда-то идти. Давайте узнаем погоду, как там вообще. Можно попросматривать веб-страницы. Питомца можно свести. Я боюсь, что он будет клинить, как в прошлый раз. А почему бы нет? Почему бы не завести на питомца? Давайте заведем питомца. Тем более, мне кажется, Крис здесь останется. Офигенно, офигенная погода. Вот это мне вообще нравится, град. Замечательно. Ну, это законно, вот вы мне скажите. Это вообще ненормально. Так, что там, давай сейчас питомца надо. И там надо будет...
поставить ему там всякие прибамбасы, кормушку и так далее. Лоток, ну, я не знаю, кого мы будем выбирать. Что это промокает прям на глазах? Дождь закончился? Ё-моё. Какие чудеса, мы прям сейчас здесь пойдем плавать, офигенно. Прям чайки над нами летают, что-то нехороший знак какой-то. Все, хватит просматривать, давай питомца, что ли, возьмем, потом пойдем на пляж, я думаю. Лужи еще надо вытереть. Ведьма, отличное имя. Тигр. Мисти и Василий. О, да Василий какой добротненький. Не, лошадь мы точно не будем заводить с вами. Нюхач. Сейчас посмотрим, если мне понравится кто-то, не знаю. Василий, в принципе, мне понравился. Шахерезада и Зик. Ну, тут меня никто не привлекает. Вот Василий мне очень нравится. Давайте мы Василия. Пусть будет Василий. Не будем переименовывать. Ну и где его ждать? Его привезут? На мой остров? Прилетят на самолете? Что они будут делать? Да, у меня там все плещется. А еще мастер должен приехать. Василий когда приедет? Блин, как круто, ребят. Чайки плавают. Пойдемте поплаваем, пока Василия нет. Мы его будем, конечно же, ждать. Посмотрим, как мне его привезут. А мы идем плавать. Я думаю, этой компании тоже нужно отправиться поплавать. Хотя они книжки читают, как старые добрые люди. Пусть читают книжки, а мы пойдем на пляж. И пляж у нас очень близко к нам теперь. Так что вообще здорово. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Кстати, я хотела кое-что посмотреть. Давайте мы сделаем это вместе. Ой, нет. Не, вот сюда мне надо. Вот сюда мне надо и в багаж семьи. Я вообще-то думала, что ее вещи Лины будут здесь. Но здесь далеко, далеко, далеко не все. А как, где тогда вещи должны быть? Неужели у них в багаже? Тут ничего нет. А, тут могилка. Тут ничего нет. А тут чего? Вот, у него есть. Я хочу вот это вот взять. Мне как-то можно? Угу. Супер-пупер. Чтоб я тебя видела. Куда же тебе положить? По-моему, это русалочка ламинария. И сделаем вид, типа, что лежала какая-то трава. И Кристин решила попробовать. А что это такое? Подождите. Водобоязнь. Ну, еще одной смерти я не переживу. Давай немножко поплаваем и пойдем домой. И посмотрим, что это за листочек такой стоит. Интересно. Что это такое за листочек? Светящийся еще. Посмотрите. Вау, никогда не видела. И мы ее съедим. Вот сбрендит и съесть ламинарию. И посмотрим, что будет. Вот столько рыб. Прям такие здоровенькие, можно прям ловить и жить. Это сейчас себя чувствовать. Что-то ни мастера, ни Василия, никого нет. У меня дом уже затапливает, придется мне самой чинить. Очень не... Блин, она боится воды, так понимаю, да? Да, она боится воды. Замечательно. Давай, иди. Что это за чудо-юдо? Вы не Василий? Нет. О, пришел мой Василий. Надеюсь, все будет нормально. А, он здесь. Какой он офигенный. Обалденный кот. Бешеный. Классный какой. Иди, ешь ламинарию. Так, а мне нужно ему поставить всякие штукенцы. Я думаю, тут кое-что выкинуть с этого дома. То, что нам не нужно особо. Хотя, в принципе, время есть. Фу, время, господи. Есть место. Вот, видите, что творится. Что творится? Надеюсь, ты не зависла. Надеюсь, все в порядке. Я хочу тебя сфоткать просто. Ариэль, ё-моё.
Кот в шоке. Да, вот. Вот такие дела случились. Да-да, мы стали русалками теперь. Как нам с этим жить? Мы боимся воды. Ё-моё. Так, блин, у меня всё плохо. Вытереть лужу. Отремонтировать. Где мастер? Мне котику нужно поставить всякие вещички. Давайте мы сейчас это сделаем. Я думаю, прямо сюда можно поставить. Сейчас это продам. Так, и где тут для животных? Лапочка. И вот здесь прям поставим, мне кажется, будет нормально. Поставим вот эту когтедралку, пожалуйста. Принимайте. Поставим вот эту замечательную тарелочку. Поставим лоточек. И вряд ли он будет спать на этой штуке, но давайте поставим ему какую-нибудь... Это лучше на доме поставить, чтобы он здесь не замерз ночью. Где-нибудь вот здесь, что ли. Очень все компактно. Сложно куда-то что-то влепить. Вот это мне нравится, в принципе. О! Да куда? Это же куда же я поставлю-то? Ну, что-то вот такое вот. Поменьше. Это вообще для котят, по-моему, малютка. Мне кажется, в малютку мы не залезем. Ну не, вот это мне точно не подходит. Ладно, пусть спит на диване, на кровати, где хочет. Мне нужно еще наполнить ему мисочку. Наполнить. И пообщаться мне с ним надо. Мы даже не знакомы. Он находится, наверное, пообщаться. Ладно, мы ремонтировать, наверное, не будем. Мы сейчас его потискаем. Играть, преследовать, привязанность. Поговорим, понюхаем руку. Он нам понюхает руку. Он бешеный, он просто бешеный Василий. Василий, успокойтесь. Пожалуйста. Лакомство ему дадим. Ладно, не вытирай, наполни миску. Давай с котом поиграем нашим. Как у вас тут дела, мои дорогие? У них все прекрасно, тошнит. Причина неизвестна. Но мы это с вами знаем, что причина-то известна. Все, иди сюда, друг мой дорогой. Василий. Васек. Как ты? Как ты, мой друг? Ой, такой хвостик. Это вы так играетесь? Да, плюсики, ну, слава богу. Че, у нас уже вечер, да? Замечательные выходные, замечательные выходные прошло. А что так все убралось? А, это вы так играете, да? Давайте мы с ним поговорим. Вот так сделаем. Милана. Ну, в принципе, у нас неплохо все продвигается. Нам, кстати, нужно опять поесть. А он... Блин, где мастер? Ты позвонила вообще? Придется нам ремонтировать самим. Блин, какой замечательный котик. Замечательный. Какой красивый. Ты посмотрите на него. Ну что за чудо? Что за чудо? Сюда посмотри. Василий. Василий. Да, конечно. На тебе. Посмотрю я, конечно же. Так, что я хотела сказать. Вообще, я планировала здесь сделать, в этом летсплее, сделать 100 серий, такой юбилей. Но я думаю, что это последняя серия. У Стефани и Донни будет ребеночек еще один. Мы будем жить на этом острове. Спокойной такой размеренной жизнью. Либо, может, переедем куда-нибудь, потому что здесь как бы много чего плохого произошло. Кристен точно останется теперь здесь, потому что к нам стала русалка, ей нужно к этому привыкнуть, плюс она боится воды, нужно как-то решать эти проблемы, и будет достаточно сложно. Поэтому она, наверное, будет жить прямо на этом острове, да, она будет там надавиться своими родителями, но родители будут заняты новым ребенком, поэтому на нее внимание столько не будут обращать, поэтому будем здесь жить. Справляться с русалочьей жизнью, погружение там и все такое. Не знаю, каким образом, потому что она боится воды, как я сказала. Может быть, на кого-то себе найдет. А может быть, она будет жить с котиком, я не знаю. В общем, я думаю, тяжело на самом деле, потому что главный персонаж умер. То есть, как бы весь летсплей строился на нем, потому что, как вы знаете, много серий, я играла только за нее, за Лину, и то, что
она умерла, конечно. Ну, то есть это было вполне ожидаемо для меня, потому что я видела, что уже все. Но мне очень странно играть без нее. То есть, если даже я за нее особо не играла там в серии, то все. О, да, давай вытрем вот это все. То есть она была, и я как бы уделяла ей какое-то внимание. А теперь ее просто нет. То есть главного героя нет. И я не знаю, напишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу. Я, если честно, в шоке. У меня вообще такое, этот, пустота такая. Потому что, говорю, это был первый персонаж, с которым я играла вот именно на этом канале. Плюс спустя... Я не играла в Sims 3 очень долгое время, и потом сразу стала записывать серии, соответственно. Это был мой первый персонаж, и вот в декабре было бы, по-моему, 3 года, что-то я не помню уже сколько. Кто знает, напишите, может, больше. И да, так вот получилось. И... Да. Это Sims, это жизнь, это нормально, но тяжело, конечно. Поэтому я считаю, что я вам рассказала немножечко, что будет дальше. Я думаю, что это будет последняя серия. Но это не значит, что не будет никогда Райских островов. Может быть, я придумаю уже какой-нибудь летсплей именно с сюжетом каким-то интересным, с другой уже семьей. Или, может, как-нибудь эту задействую, посмотрим. Но в рамках этого летсплея главный герой умер. Это что, мастер приехал? Папарацци приехали специально на этот остров, понимаете? Ей это очень не нравится, поэтому она вообще сбежала сюда, на этот остров, чтобы никто к ней не приезжал. Тут к ней приехали. Еще приехали. Это мастер? Нет, это тоже папарацци. Мастер... Вот это мне непонятно. Мне непонятно, почему она просто заходит в мой дом. Сейчас я закрою дверь. Потому что я считаю, это просто ненормально. Вот сейчас есть второй зверь, я их вообще поубиваю здесь. Ну. Прогнать ее надо... Я не поняла вообще. Я вообще вот это вот не поняла. Ой, мой котик, ты посмотри, что делает. Да, это просто гениально. Прийти домой, зайти и фоткать. Котлин, если вы сейчас не прекратите, я вас убью. А что ты стоишь, Кристин? Ты что, зависла? Ты зависла у меня? Мы есть хотим, я понимаю. Эту даму нужно прогнать. Это ненормально. Наконец-то. Наконец-то. Давайте мы ее выгоним. Выгнать ее надо. Так, все. Да, иди отсюда, сейчас закрою дверь, чтобы ко мне вообще никто не приходил. Вообще, оборзели! Давай, дверь закрывайся. Так, запереть. Все, кроме моей семьи. Все, отлично. Да, ешь свой полуфабрикат. Блин, какой классный у нас котик. Какой классный малыш. Спит себе на тумбе. Вот ты так хорошо лежал. Ну, конечно, я захотела сфоткать все. Обалденный кот. Песни поет. Певец. Вы не можете зайти. Какая жалость. Так что да, ребята, думаю, что вы меня поймете. Донни похищает предмет. Чего? Он похитил почтовый ящик? Зачем? Донни, ты что, заболел вообще? Ой, господи. Так, ребят, мы все легли спать. У нас тут папарацци. У нас тут замечательный наш остров. Вот такая тут красотища. И я с вами на этом прощаюсь. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь, вы меня поймете. Не сильно расстроитесь. Пишите свои комментарии. Блин, это очень тяжело заканчивать летсплей. Какая 91-я серия сегодня, да? Это очень тяжело, серьезно. Я не могу сказать, что здесь был какой-то супер сюжет и так далее. Но это первый летсплей на этом канале.
которым 90 серий. И просто пришел конец этому всему. Так что да. Я с вами на этом прощаюсь. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если так, кстати, палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакте, пишите свои чувства от этой серии, от этого летсплея. Ну, а я прощаюсь с вами, уже десятый раз говорю. И да, всем пока-пока.